Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня у нас на десерт карамельные овсяные хлопья с творожным кремом. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. На сухую сковороду высыпаю хлопья. У меня смесь для каш из 4 видов зерновых. Добавляю коричневый сахар и, постоянно помешивая, обжариваю до золотистого цвета. Получаются вкусные хрустящие овсяные хлопья в карамели. Пока хлопья остывают, готовлю творожный крем. У меня творог рикотта. Можно использовать любой творог, какой вы любите. Сливочный сыр, сливки жирностью 35%. Сахар добавляю по вкусу. Все взбиваю. Крем получается по консистенции похожий на сметану. В готовый крем добавляю цедру апельсина. На мелкой терке натираю только верхнюю оранжевую кожицу апельсина. Желтая мягкая не подходит, потому что она горчит. У меня все готово, собираю десерт. На дно креманки выкладываю карамельные хлопья, потом творожный крем и свежие ягоды. У меня черника. Конечно, ягоды могут быть на ваш выбор, любые, что вы любите. И таким же образом еще один слой – хлопья, крем и ягоды. Друзья, всего 10 минут. Хрустящие овсяные хлопья в карамели, творожный крем с нотками апельсина. Прекрасная альтернатива к завтраку или вечерний десерт. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!